Состоялось очередное 18-е заседание Совета депутатов Ленинского района. На нем присутствовали 14 народных избранников, а также глава муниципалитета Валерий Венцель. Прошло заседание, как обычно, в хорошем темпе. Вопросы, а их было 4, заранее обсуждались на рабочих группах, а поэтому не вызывали дискуссий. Вопрос, о котором доложила начальник правового управления Любовь Исаева, касался законности вопроса, предложенного для вынесения на референдум на территории Ленинского района Московской области. Вопрос инициативной группы поставлен таким образом. Выступаете ли вы за то, чтобы наше муниципальное образование, Ленинский район, сохранил с учетом исторических местных традиций, согласно пункту 1 статьи 131 Конституции Российской Федерации, свой статус как самостоятельный субъект местного самоуправления Московской области и сохранил свое историческое название «Ленинский район»? Предложение инициативной группы было направлено в Совет депутатов для проведения проверки на соответствие с законами, в результате чего было установлено, что данный вопрос не является вопросом местного значения. Эту резолюцию поддержали все депутаты. Еще один вопрос, озвученный заместителем главы районной администрации Сергеем Гавриловым, касался утверждения положения об организации и проведении общественных обсуждений градостроительной деятельности на территории Ленинского района. Рассмотрение таких вопросов, как утверждение проекта генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, либо внесение в эти документы изменений, утверждение проектов планировки межевания территории, проектов решения предоставления разрешения на условно разрешенные виды использования земельных участков, а также проект решения предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и правила благоустройства территории рассматривать на общественных обсуждениях. В связи с внесенными изменениями в Кодекс Российской Федерации депутаты районного совета единогласно утвердили положение о порядке проведения общественных обсуждений по вышеперечисленным вопросам. Также по традиции на заседании поздравили тех депутатов, кто отметил свой день рождения в июле.